Cherry blossoms. Yeah. I take it you're not a fan? No. They make me sick. I knew Johnson's team was working on some fancy pants new reception area. But Jesus. When I get my hands on that candy ass, he'll be lucky if he can even carry his box of shit out of the building. Is it really so horrible? They're only trees. They go from full blossom to bare in a week. One fucking week. Everywhere in DC you hear, oh, it's so fleeting and beautiful. Pathetic. What do you think? Nature is just nature. Not beautiful, not ugly. The wind blows, the flowers float away. It's simply how things are. In any case, Minuano should be close. Minuano? The cool Brazilian wind. A.K.A. Jetstream Sam. What do you think you're doing, buddy? Well, what do we have here? Oh. This? Всем приветики, ребята! Мы внезапно продолжаем играть в игрушку Metal Gear Rising. Ах, только мы уже не Райден, мы уже внезапно Сэм. А я, кстати, знаете что? Я знал, что с этим Сэмом что-то должно быть связано, потому что какой-то он слишком уж непростой персонаж и комедиант. Ах, а вы заметили, он комедиант. Я это заметил. Ах, мне интересно, насколько же все-таки большим это продолжение будет, потому что, ах, я все-таки еще в эту игру, получается, не наигрался. Сколько я играл, ах, проходил и боссов по 10 раз, ах, для достижения результата без урона. Но все-таки я не наигрался и, ах, я поставил уровень сложности сложно. Там был, конечно, еще уровень сложности очень сложно, но я не знаю. Это все-таки слепое прохождение, ребята, как бы... Я не хочу лишний раз рисковать и лишний раз и показывать много своих фейлов. Хотя, а я думаю, все-таки это весело было бы проходить игру на уровне сложности очень сложно. Но я не знаю, мое решение, ах, оно какое-то вот такое. А мы играем на сложной сложности, как бы. А мы проходили основную сюжетную кампанию на сложном уровне сложности. И, ах, а продолжение у нас будет, естественно говоря, тоже на этом же уровне. Так, что у нас тут лежит? Ух ты. Ага, быстрое улучшение нашел, топливные элементы. А ну-ка, а мы тоже как бы улучшаться можем? Я бэк не могу на геймпаде нажать. Я прошел вне записи немножко обучения за этого Сэма. Первые две миссии обучающие. И я успел заметить, что боевка немножко отличается от Райдена. Но я думаю, это даже хорошо как бы. Ой, это мы врагов так привлекаем. Это мы так врагов привлекаем. У нас и DR-дисплея, кстати, нету.
А ну-ка, а стелс можно? А стелс можно? Ну, проверяем. А стелс нельзя. А стелс нельзя, ребята. Так, ну парироваться тут тоже можно, как бы, хорошо. Будем вместе, короче, разбираться. Интересно, насколько все-таки... Ах, изменятся враги. И с кем мы сражаться-то будем? Неужели с Райденом? Так, так. Так. Что-то у меня какие-то обычные демоны... А, я же тоже могу как бы режим клинка использовать. Хорошо. Так, демон, который полиция. Или кто ты? Умрите, мистер. Хорошо. Не, ну все-таки мне непривычно немножко, конечно, за Сэма играть как бы. Ах, уже так к Райдену привык, а Сэм немножко все-таки другой. У него такие, ах, икры на ногах большие, такие ноги широкие. Это что у него с ногами-то такое, я не знаю. А, я это с самого начала еще хотел как бы на это внимание обратить. Слушайте, я не понял, ну как бы, вот эти все ребята-роботы, как бы они враги Райдена были. А почему как бы Сэм с ними сражается? Чё-то я не понял, или они и Сэма тоже враги? Я в сюжете все еще, видимо, не так хорошо знаю, как нужно. Видимо. А вопрос, да? Вопрос. Хорошо, DR-дисплея у меня нету. Я могу только врагов привлекать, и стелс я не могу, как бы. А я вижу RPG, и мне нужно куда-то идти. А, оно меня уже увидело, хорошо. Так, RPG нужно, самое... А самое главное, это RPG, как бы. А все остальное, это ерунда, ух ты. Ох ты, боже, да оно сквозь сетку в меня. Ну-ка, иди сюда, водомерка, блин. Так, а, огонь. Огонь, блин. Так. Умрите, мистер полиция. Так, я водомерка. О, водомерка. Так, опа. Ну, в смысле, я же спарировал. Нужно ее в последний момент просто как бы спарировать, и тогда получается... А, с одного удара добиваешь ее. Как бы такое дело. Блин, попало по мне. Хорошо, я это сделал. С одного удара. Так, а почему не взлетело? Чуть не понял. А, это странно. Райден взлетал, как бы, когда это делал. А, ну это же не Райден, это же Сэм. Хорошо. Так, RPG, блин, отвалите от меня. Оно куда-то полетело, хорошо. А я не против. Так, мистер Летун. Мистер Летун, дайте мне FC. Ай, боже ты мой. Ладно, мне разгораться надо. Как обычно, короче. Так, ребята, ребята. Я хочу комбо какие-нибудь понять. Что мне тут надо как бы... Ах, какой мне комбо понравится? Вопрос, я не знаю. Так, оп, 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 оп. Хорошо. Я достал. А, 100% здоровья у нас как бы снова. У Райдена уже 170 было, тут 100. А, ну ничего, выживем. Давай. Ну плохо, что DR-дисплея нету. Как бы нажал и... Ах, все ящики эти видишь как бы. А то получается вслепую нужно их искать как бы. Это, кстати, та локация, в которой мы пацаненка спасали с Райденом. Я прав? По-моему, я прав. Так, я вверху улучшение вижу. Хорошо. Я вижу улучшение, значит, никуда не спешим, как бы. Тапы! Я чуть не упал. Так, оп! Хорошо, я допрыгнул, хорошо. Ну, точнее говоря, Сэм допрыгнул. А я помог ему. Так. А, да мы быстро так прокачаемся здоровье. Как бы, и FC. Хорошо, мы в самом начале сразу нашли про улучшение. Это мне нравится. Хорошо, будем, значит, внимательнее как бы смотреть. Потому что нам это в дальнейшем, мне кажется, должно помочь. Мне все-таки интересно, а что же тут за боссы-то будут? Как бы. Ой, ой, ой. Кто? Основа RPG. Основа RPG один, что ли? А, нет, там подмога к нему идет какая-то. А, куда он летит, я не пойму, вверх? Из-за того, что как бы этот солдат и полиция вверх летит, мне... А, немножко сложно с него доставать, как бы, хребет. Так, что за точка? Что за точка? Я кого-то вижу, я кого-то слышу. Точнее говоря, я слышу, но не вижу. А, это странно? Ну ладно, как бы. Хорошо! А, мне куда-то сюда, кстати. Ах, реактивный Сэм, поднимайся. Ой, я понял, кого я слышал. Хорошо. Так, у меня тоже коробка есть? Мистер Водомерка, давайте ко мне. О, хорошо! А, так, оп, с одного удара умрите. Хорошо, я, видимо, уже немножко разыгрался. Так, а мне куда-то сюда. Я хочу понять, а мы с Райденом именно в этом месте как бы были, или это просто та же канализация как бы, но...
Ах, и тот же город, но... Эх, места другие все-таки. Я, кстати, даже не знаю, как бы это DLC получается, или это... Не DLC... Ну, как бы... Ладно, вопрос. Хорошо, открываем. Наверное, все-таки DLC. Или просто бонусы, когда игру проходишь. Так. Мистер, и почему я стелс не могу? Ладно. А я вот так могу. Оп. Хорошо. Это было красиво. Это было красиво. Мне это понравилось. Ой. Ой. Модифицировано прокачано. Я же парирую. Я же парирую. Хорошо. Так. Я не совсем еще понимаю, конечно, преимущества всех сэмт этого. К сожалению. А, у него же броня как бы. Ладно, я просто бью, хорошо. Так, хватит по мне бить вдвоем, ребята, блин. Сколько у него ударов, это кошмар. Так, все, закончились у него серии, а я вот так, оп. А, ну, в смысле, я до конца не зарядил, как бы, сильную атаку или что, я не понял. Капец. Меня же сейчас, ах, от заднего мне прилетит, как бы. Ну, задний что-то успокоился, полиция. Да хватит броню ставить, капец, чё за бой? Чё за бой-то? А, я Брайденом уже давно бы его уделал. Хватит, сколько я парироваться буду? Я же не могу все парировать, я ничего не вижу. Так, ладно. Так, а вот бью, все, с одним легче будет. Так, я с этого товарища подлечиться хочу. Ах, мистер уважаемый, с вас подлечиться можно? С него подлечиться? Ах, можно, хорошо. Ах, последнюю секунду успел. Вопрос, я там как бы их улучшения больше не пропускал? Ранг битвы B, да? Ранг битвы А? Ага. Я удивлен немножко. Хорошо, попробовать-то попробуем. Я не понял, да что, еще какие-то вермиссии? Мне хватает вермиссий, которых с Райденом дали. Активировать... Что? Активировать вермиссию, в смысле? Я в нее войду, как бы сразу. Это обязательно. Eliminate. Чё? В смысле, уничтожьте всех противников. А, я больше не буду. Я больше не буду вермиссии активировать. Не хочу. А, мне они не нравятся, я не знаю. Эти стены, блин, желтые. Это что-то не то. Как по мне. Так, ребята, хватит. А я вас так убью. Чё, а чё это я вас просто рубу? Ох ты, боже ты мой. Чё за вермиссия, капец? Мне эта вермиссия сейчас убьет. Я же не знаю, как правильно сбиться с Сэмом-то. А, все-таки он по-другому бьется. Но я знаю, как парировать, это самое главное. Парирует он так же само, как бы. Так, ой. Хорошо. А, ну что-то урон я мало наношу, конечно. А, да хватит. Опа. Так, одна готова. Подлечился. Хорошо. Я доволен. Еще вторую убить надо. А, она тоже уже готова, как бы, подруга. Оп, с одного. Нормально. А, ну это было быстро. И все, как бы. Вермиссия пройдена. Ранг битвы Би, хорошо. А, мне ранг битвы Би дали. Поздравьте меня. Так. Ладно, что там дальше будет, мне интересно. Ладно, больше... Все, вермиссии больше не... Слушайте. Ах ты хитро как сделали. Ну бей, Сэм. Ах ты хитро-то как сделали, боже ж ты мой. А проходишь вермиссию, тебе награду еще дают. Вот паразиты. Я не люблю эти вермиссии. Ну, ладно, растянем как бы геймплей тогда, потому что ради награды все-таки я их буду проходить, значит. Ну, боже ты. Ай, у него двойной прыжок у Сэма. Я хотел всегда, чтобы у Райдена двойной прыжок был, но, к сожалению, эту способность перехватил у него Сэм. Как бы такое дело. Так. Хорошо, куда идем-то? А куда мы идем? Ладно, идем просто вперед. ГПУ? Случайно не мой Вульф?
Да будет интересно, если против Вульфа сражаться. Хотя они вроде бы как с Сэмом. Под конец что-то подружили. Это кто? Это не мой Вульф. Это какой-то невидимый, ё-моё! Это чё за ГПУ такое? У него пила снова! У него... Ёшкин ты ко... Это не Вульф! Извините, я его боюсь, потому что всё-таки я с Сэмом не очень... LQ... Это тот же самый? А, или с ним биться нужно будет или нет? По-моему, тот же самый с пилой. LQ. Ладно, молчу. Dispensing justice, but only to those who deserve it. Such as outlaws, desperados. You refer to World Marshal. The ones holding your leash, right? The ones who issue my orders. And your orders are to kill me? Yes. Call me biased. But those seem like pretty dumb orders, pup. По-моему, я с ним биться не буду. С ним Райден биться будет. А, все, понятно. Я напугался немножко. Или я буду биться с ним? Это вопрос. А, нет, я буду с ним биться, ребят. Боже ты мой. Ладно, хорошо. А, сколько я в эту игру играю? Я боюсь. Я, ребят, все равно боюсь. Меня же убьют. А, Сэм. Ох, Сэмик, живи, пожалуйста. Ладно. ГПУ! А, хорошее. Хорошее начало. Хорошее начало. Хорошее начало. Так, комбинишн, блин. Комбинишн. Дай. Мне аптечки нужны. И мне же аптечек нету. О, вот это атака. Ладно. А кажется, повторяется у нас все. У нас все повторяется, ребята. А у нас и все повторяет. Я только не пойму, как бы. Райден же должен его было долеть, а не Сэм. Вы чё? Серьезно, что ли? А! Хорошо! Ах, умрите! Главное вовремя все парировать, а тогда живые будем. А, ну от той атаки я убегать не умею, которая с пилой. А, так! Хорошо! Ах, подлечиться не могу. Хватит бегать! Хватит бегать! Хватит бегать! ГПУ ты! ГПУшная! Так! А, парирование! Наверное, надо ворот делать. А Сэм умеет ворот делать, как Райден, или нет? Вопрос. Оно мне-то и так со своей пилой этой, блин, убьет, я чувствую просто. Так! Хорошо! Так! Evil, дай! Ты умрешь, а не я! Я тебя дам! Дай! Так! Опа! Хорошо! Сэм, просто бей! А, просто бей эту шапку! Ах, так, куда-то я неудобное какое-то место зашел, на лестнице на какие-то. А на какие-то лестницы зашел. Так, хорошо! Хорошо! Умрите, мистер! Хватит бить! Хватит бить по мне! Я все парирую, как бы. Я могу выжить! Я могу выжить, но аптечек нету. Аптечек нету. Я просто его как бы обычными атаками бью и парирую, и все. И все. Умрите, мистер. Умрите, мистер. А все-таки хорошо, что я очень сложно не поставил. А, потому что... А мне и так сложно, ребята, мне и так сложно. Вы че? Я немножко потный, совсем чуть-чуть. Так, хватит. Хватит. Да хватит стрелять-то по мне. Хватит. Хватит бить. Хватит, я тебе дам. А отпрыгивает, зараза, еще. А оно еще отпрыгивает, вы посмотрите. Но урона немного прошло. Урона прошло немного, хорошо. Я рад. Немножко. Так, мистер. А, мистер? Мистер, хватит! Хватит! Я вас убью или нет? Вопрос. А вопрос. Хватит! Так. Нормально. Нормально. Нормально, я что-то только парируюсь, и все. Я боюсь, я у ворот. Хорошо, можно увернуться. От этой атаки можно увернуться, так. Если бы не увернулся, я думаю, меня убило бы это. Как бы, вопрос. Так, а.
А! А! Да капец, как даже я до тебя доберусь-то? Хватит от меня отбегать, я к нему подойти не могу! Я к этому демону подойти не могу! Он бьет по мне и отпрыгивает, зараза! Я боюсь к нему идти! Так! Опа! А, я промазал сильной ты атакой своей! Ладно! А! Хорошо! А немножко ему. Немножко его укусил. Совсем чуть-чуть. У меня немножко нос потный. Капец, это сложно. Чего так я мало урона наношу ему, я не пойму. А оно по мне много урона наносит. Так капец, как же я пропустил-то? Как же я пропустил-то? С ума сойти. Хватит. 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 Хватит в угол его. А в угол его. В угол его. В угол его загони. В угол его загони. Сэм. Так, мне нужно комбо изучивать. Потому что я не знаю, как мне воевать. С такими навыками своими. Я не знаю, что Сэм делать умеет. А да боже, добивай его. Сэм. Хватит. 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 Я его добиваю или нет? Я его добиваю, кажется. О, это было потно. Но я его не убил, получается. С ним. Because I choose to. Ха. Now. I am quite good, you know. А ранг битвы С, да? Я не удивлен, потому что я не знаю. Это GPU постоянно от меня Я с ним увлечение забираю. Капец, у меня здоровье, а много здоровья уже, мне это нравится. Я так себе здоровье больше, чем у Райдена сделаю. А, мне сложно было с ним сражаться, потому что он постоянно как бы отпрыгивал это GPU от меня. И я не мог до него добраться. Мне интересно, как бы Сэм умеет рывок вперед делать, а ну. Оп! Он умеет рывок вперед делать. А чё ж я не проверил-то это в момент боя? Вопрос, а сейчас проверяю. А, хорош я так, рывок. Уворот я Сэм умеет делать. Сэм даже уворачивается лучше, чем Райден, по-моему. А, Райден так только без меча уворачивался. В момент сражения с последним боссом, как бы. Умерите! Оп! Оп! Хорошо. Получается, уже тактику против этого GPU знаю, и все равно сложно. А, это что-то интересное прям. Это прям что-то интересное было. Но это было внезапно, что GPU это, я не понял. Эти HellQ, их что, много, что ли, получается? Я думал, оно одно такое. Ой, а почему? Я же спарировал. Давай еще раз. На меня. Водомерка ко мне. А, оп. Хорошо. Оп. Оп. И оп. А мы забрали с тебя лечение, уважаемая. А, ну все-таки это плохо, что враги опять же старые. Я все время хотел, когда проходил за Райдена, чтобы враги новые кит были. А это получается, а мы новый как бы персонаж. А враги старые. Они мне немножко наскучили, если честно. Совсем чуть-чуть, но все-таки ради сюжет я пройду, потому что мне интересно как бы посмотреть на все глазами Сэма и как бы на другую сторону, скажем, и сюжет всего. Потому что я вижу тут прям полноценные ролики. Так, убивай же ты его! А, у меня же вот что есть. Почему я постоянно за это забываю? Это вопрос, я не знаю, я постоянно забываю за режим клинка, это странно. У кого такое бывает, что он сражается, как бы, и забывает постоянно, что он режим клинка может использовать. Просто, как бы, для меня вот это, хоть сколько я вот в этого металла играю, для меня это в диковинку, эти все режимы клинка и все остальное. Тут боевая система в этой игре, она уникальная, серьезно. Я таких и боевых систем ни в одной игре, как бы, не видел. А я хочу туда пройти, как бы. Что тут имеется? Вопрос. А, тут улучшение имеется. Я пройти это уже мог. Ах. Как быстро я прокачиваюсь. Ах. Это, по-моему, гласит о том, что все-таки приключение наше будет небольшим, как бы. По-моему. Наверное, все-таки. Так, и куда мы выходим? Новая катсцена. Так, пройдите через штаб-квартиру. Понятно. Хорошо, врагов пока нету.
А я вижу бочку, но как эти бочки использовать, понятно. Ух ты, боже ты мой. Ах ты, боже ты мой. Оп. А мы стелс, только я не совсем понял. Ой, а зачем нам стелс, как бы, если... А если я как бы сзади все равно подобраться-то не могу к коровам этим и всем остальным, как бы. А но мы стелс, ребята! А, корова! Куда идешь? Корова, блин. Тут все уже враги мои. Ой, она же меня сейчас увидит. Не? Тут все враги уже модифицированы, у них уже красно-черная расцветка, как бы. Так. О, хорошо. Но стелс я не могу, к сожалению. Оп! А! Парирование! Ну, в смысле, я же парирование как бы делал. Это было странно, серьезно. А, плохо, что у нас как бы нету режима берсерка, серьезно. А мне этого сейчас не хватает, как бы здорово. Ах, я уже так к этому режиму привыкнуть успел. Особенно, когда боссов-то проходил по... без урона. Боже ты мой! Че я спарировать-то не могу? Я же парирую, в смысле. Нормально, хорошо. Ах, даже контратака пыталась пройти, но что-то не проходит контратак по нему. Ах, хватит! Хватит, корова! Хватит! Корова, блин! Оп! А, я спарировал? Я спарировал, по-моему. Я даже не увидел, спарировал я или нет. А, ну здоровье вроде не отняли как бы. Хорошо. Оп! Оп! Хорошо! Легко, но бой долгий. Ах, бой долгий. Опа! Нормально, рывок вперед и... Отлично, как бы. Оп! За сколько я тебя бить-то буду? Корова, блин! Мычащая. Я ее убил все-таки. А, как же вы мне уже надоели, коровы. Сколько я вас убивать-то буду, капец. А, стелс, камеры. Я вижу камеру. Похоже, стелс. Ладно. А мистер RPG, как бы, вы меня видите или нет? Я у вас перед носом стою, вы чё? А, оно слепое, ладно. Мне это на руку. Хорошо, мне сюда. Оп. Мистер RPG, к вам идут, вы чё? А, оно увидело, наконец. О, хорошо. Нормально. А, сильная атака. Прошла по нему, ну давай. Чё делай, RPG? Я тебе руку отрублю, можно? А, можно. А, нормально. Так, все, нужно подлечиться с него. Ну, точнее, реакция восполнить. А, нет. Рано. А вот так. Оп. Хорошо, кто там стреляет по мне? Камера? Камера взбунтовалась. А камера, ты чё взбунтовалась? Я тебе дам. Нормально. Хорошо. Так, там внизу лежит ракетница, как бы, хорошо. А я, кстати, только... А вот спустя все прохождение игры, наконец-таки понял, как быстро-то кидать гранаты и стрелять ракеты. Ах, вот спустя только уже вот, всю сюжетную линию прошел и потом только понял. И после этого как бы. А, это хорошо или это плохо? Вопрос. Как вы думаете? В смысле, что, лифт смерти, что ли, будет? Вы что, серьезно, что ли? А, не, спасибо, я не хочу как бы. Так, я улучшение вижу. Я вижу улучшение. Хорошо, давайте его возьмем, как бы, улучшение это. А, здоровье, ну спасибо, хорошо. Я еще, можно сказать, только начал играть, и я уже почти себе 150 здоровья сделал, да боже ты мой. Так, летуна нужно. Камера, что ты на летуна не наводишься, в смысле? В смысле, почему камера на летуна не наводится, я не пойму. Это странно. Так, летун, летун. А боже ты, Сэм, что ты делаешь? Оно упало, оно как-то странно упало. Летуна это. Так. А, вот, блин, синхронисты, ё-моё. Одновременно бьют паразиты, но это мне на руку. Ну и что, я так вечно могу парироваться, ребят, ну вы чё? А, чё с вами делать правильно, вопрос. А, оп, я лучше увернусь. А, и только зачем вопрос, так. Да боже ты, может сильная атака и нужна? А ну. О, хорошо, и все равно щит не пробил. Вы чё, серьезно что ли? Они меня просто в угол зажали, капец. Чё за бои-то? Чё за бои-то? А, Сэм. Сэм, ты чё? Ладно. А, это странно выглядит, по-моему, да? Немножко. А, совсем чуть-чуть. А, я в углу сражаюсь. А, захват. Захват, нужно было вернуться. Ну ладно.
Так, я с этого хочу товарища подлечиться. Нормально. Хорошо. Так, мистер Щитовик, идите сюда, куда-то. Что с вами делать, блин, а ну? А если его обойти? А если его обойти? А, была хорошая идея его обойти. А, все, обходить их буду. А чё-то я об этом сразу не подумал. Да, не бывает такое. А, цеп. Да, цеп, потому что, ну, сами, вы это сами видели, как это долго было. Как я в углу с ними бился. Ну ладно, хорошо. А слепое же прохождение. Которое уже на самом деле не очень слепое, потому что все-таки я уже сколько в эту игру играю, я уже должен как бы все знать. Оно все равно еще нужно играть, чтобы все знать. Так, там что лежит? Аптечка? В смысле, что, серьезно? Первая аптечка моя. Первая, по-моему, да? Не первая, в смысле, а когда я другие-то собирал? А, прикольно, слушайте. Я тогда их поставлю как бы на быстрый слот. Слушайте, это вообще изи тогда. Все-таки, значит, нужно было ставить уровень очень сложно, потому что тогда это легко. Если аптечки есть. Я думал, что как бы сложность этого Сэма в том, что не будет аптечек. Что-то такое. Ах ты боже-то, это лифт. Это, блин, лифт смерти. Там сейчас гориллы пойдут, наверное, да? Вопрос. Ах, самый мой нелюбимый враг в этой игре. Я градов больше люблю, чем горилл, серьезно. Ладно, Сэм, поехали. Так, мистер. А, ну вы-то легкий. А я больше горилл боюсь, и летунов в компании с ними. А, и вот этих ребят. А вот эти демоны тоже не люблю их. Вот этих демонов тоже не люблю. Так, куда отпрыгнул? Я тебя отпрыгну. Оп, да боже ты мой. Не дают мне режим клинка использовать, капец. А, у меня FC нету. Так, демоны, я вам дам меня опять захватывать в момент использования этого режима. Так, кто пришел? Да уйдите ж от меня! Уйдите, хватит! Сколько вы меня уже хватать-то будете? А то Райдена моего хватали, то Сэма теперь моего хватаете, боже! Капец. Так, а ну сильная атака. А чё она даст против них? Вопрос. Так? А она вот что даст. Захватит меня тогда. Да сколько я вас бить-то буду, капец. Мне интересно, как-то урон меча прокачать можно или нет у Сэма-то? Потому что, как бы, Верея я тоже собираю. Так, принято. Перекройте ему путь и вышлите. Крепление нейтрализуйте нарушителя. Кто? Опа! Хорошо. А мне бы граната сейчас не помешала. Да кто там стреляется по мне? RPG, блин. Так, цель, уберись. Как мне наверх-то попасть? Где кто стрелял по мне? Я что-то не понял. Так, я сюда. А, тут слепая зона для RPG. Слепая же или нет? Да капец! Чё-то не то. Чё-то не то. Кто стреляет, не пойму, я не вижу просто. Да боже ты мой, ну этот демон, это понятно, что стреляет. Но тот сверху стреляет, а я наверх-то не могу. Я же два раза прыгаю. Ах ты боже-то. Я же два раза прыгаю, капец. Это же надо было забыть-то это. Ах, так, подлечусь, хорошо. А спасибо, мистер лечения, вы мне помогли. Так, а где робот? А где робот этот? А, да хватит стрелять-то по мне ракетами-то своими. Сколько можно-то? Стреляет оно, понимаешь ли, а? Это вообще. А, я же спарировал. Я не пойму, то ли Сэмом парировать сложнее, то ли это я разучился. Я что-то не пойму, серьезно. Я нажимаю парирование, оно не парируется? А, хорошо. Так, нормально. Я его подкинул куда-то. Ох ты боже, то какие бои-то геморные. А что-то мне Райденом реально легче было. А, я и ракеты эти парировать могу. Это интересно. Сколько можно? Так, ноги. А я не достал. Ноги, блин! Хватит! Сколько... Какая же ты паразитная все-таки! Скотина! Боже... Что-то паразиты какие-то эти враги. Все, сейчас лифт куда-то меня отвезет. Он же меня куда-то отвезет, вопрос или нет?
И как бы на этом серию пока что первую эту закончу. Ну, которая не первая, на самом деле. А ну я, в принципе, тут ее уже закончу, потому что я такие большие серии, как бы, ах, и по этому Сэму делать не буду. Я думаю, полчаса это нормально. Будем немножко растягивать, скажем так, ах, наши приключения в этом метале, в этом гире. А, хотя я уже думал, оно давным-давно у нас закончилось, но нет, это было внезапно, серьезно. Это было внезапно и... А, в общем... А, я надеюсь все-таки, что как-то в дальнейшем враги изменятся и будут какие-то новые все-таки боссы, как бы. Потому что ГПУ эти были, коровы эти были, все были. Я хочу чего-то нового. Ах, я вот верю, что что-то новое будет, как бы, и ах, я на это рассчитываю, что-то такое. Всем большое спасибо, кто посмотрел эту серию. Увидимся, ребят, в продолжении. Продолжение, конечно же, обещает быть веселым. У меня все мои продолжения обещают быть веселым. А я, ах, немножко сейчас разберусь с прокачкой. И в следующей серии немножко, наверное, прокачан уже наш Сэм будет. Ах, ребята, всем пока.